Всем привет, с вами канал Артмани. Смотрите, какое солнышко, какая осень золотая. Правда, на камеру что-то не очень. Но надеюсь, у вас получится офигенное. Такие листочки прям желтые. Смотрите, как красиво. Осень прям вообще такая шикарнейшая, просто шикарная. Старые обшарпанные дома. Небо голубое. Смотрите, какой там дом уже брошенный. Еще недавно там люди жили. А здесь забором таким он закрыт, калитка закрыта. И вот здесь на углу построечка маленькая. Ну, такая угловая. Так смотрится. Там, знаете, вот какой-нибудь сад. Сделать красивый сад. Там еще... А, там люди прям гуляют. Мужики какие-то странные. Вот здесь гриб растет на дереве. Думала поснимать что-нибудь устрашающее такое. Потом музычку приделать. Так, тут люди гуляют, не мешают вечно. Вечно мне кто-то мешает. Почему? Черновещенская 8, я думала, 3. А здесь, смотрите, какое полукруглое здание. А здесь другой адрес. Такая стена. И тут вон гуляет народ. Детская площадка советских времен. И здание. Что-то случилось, наверное. Всех выселили. Территория там весьма хорошая. Что-то ищут. Кто-то что-то вечно ищет там, наверное. Калиточка открытая. Прикольно так, наверное, было жить. В таком дом стоял, загорожден, там будкован. Забором загорожденный. Как отдельно, как будто от города. О, стена. Ба, разрушился, что ли? Пожар, наверное, что ли? Такой запах там старого. А, пожар точно на верхних этажах. Вообще пожар, это страшно. И в итоге выселили весь дом. Представляете? А место это находится центр Самары. Центр города Самары. Тут был въезд, то есть все люди жили, было все супер. Представляете, делается ремонт, а потом в итоге... Ой, так кто-то кричит, что ли, смеются дети. Находится все это вот. И не убирают же сразу. Убрали бы этот дом, сделали сад. А тут, вы смотрите, получается, другой дом стоит. У него окна выходят в этот сад брошенный. И на этот дом, соответственно. Забор старый, смотрите, допотопный такой. Советских времен. Что-то прям меня занесло куда-то. Не пойму, куда. Каштан. Мне каштан надо набрать. А там мостик, смотрите. Международный институт рынка. Я думала, это какое-то здание государственное. Что-то там типа такого. Каштан, каштан. Тут все заросшее. Асфальт хороший, на роликах кататься можно. Нет, там каштан, конечно, не видать. Куда я сейчас выйду? Куда-то туда. Не, пойду я обратно, пожалуй. Мне туда не надо. Смотрите, какая красота. А как там красиво. Березочка. Солнышко, сегодня последний солнечный денечек. Какая красота. Красота, 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 да и только. Красиво. Жалко, что у нас леса нет рядом. Вот, честно говоря, знаете, я бы сейчас вот с радостью отправилась в лес, даже одна. Просто вот погулять, какой-то, знаете, такой, как лесопарк.
Лесопарк есть у нас в городе, но он далеко находится. Туда ехать через весь город. А вот здесь, вот в городе огромная какая-нибудь парковая зона, ну, охраняемая, например, может быть, или что-нибудь такое. За двором закрыто, где чистенько. Я погуляла с радостью. Шорох листочков, шум ветра, птички, никакого кашля. Вообще было бы шикарно. Смотрите, какая красота. Люди, собачка, ветерочек. Травка еще есть. Попроходило прям. Прохладно стало. Больно уж. Там как солнышко падает на желтые листочки. Очень красиво, кстати, получается. Прям такое офигенно. Вуаля! Я пришла домой. Смотрите, что я принесла с улицы. К палке. Я когда шла по улице с палкой, меня так странно смотрели. Листочки наконец-то я набрала. И смотрите мои покупки. Наконец-то я купила много пакетов. Я всегда, когда я куда, ну, попадаю в хозяйственный магазин, я покупаю вот таких пакетов очень много, потому что они постоянно нужны. Положить хлеб, положить это, то, все. У меня начали заканчиваться. Вот, купила я, хотела 10 штук, но купила 9 последние. Очень люблю белый, красный терпеть не могу. А белый я люблю. Так. Также попала в фикс прайс. Кстати, фикс прайс, представляете, я купила такие штуки, стали продавать. 29, что ли, сейчас даже не помню, злаковый коктейль. А своему ребенку я даю за место печенье. Я ему говорю, что это печенье вкусное, и он мне кушает. Мы называем это печенье. Кстати, злаковый коктейль, так прикольно. Другой совсем. Хлебцы хрустящие. Такие же подобные были в светофоре по 30 рублей. Вот, ну там зелененькая была пачечка, а это вот такая. Я взяла на пробу 2 штуки. Не, ну по-любому они вкусные. Но у нас сейчас уже очень много их достаточно. Вот, также купила вот такие вот штуки, очень люблю. В нашем не было, я испугалась. Цены растут, я взяла 2 штуки таких, 2 пачки. Иногда их попить вот интересно. Хочу... Ай. Надо выпрыгнуть. Хочу еще взять, сходить. 2 пачечки, пускай будут. Они, по-моему, у них срок годности даже 2 года. Да, до 23-го. Да, 2 года. Пускай они будут. И купила свой любимый лимонадик. Сегодня вечером хочу попить. Вот, ням-ням. Вот. Так вот. И гуляли, кстати, мы с подружкой. Она мне забрала часть моего хлама. Видите, тут уже осталось чуть-чуть. Совсем-совсем чуть-чуть. Здесь была обувка, я еще нашла. Чуть-чуть прям уже вещей, чуть-чуть одежды осталось. Не знаю, куда-нибудь залезу, что-нибудь, наверное, еще найду. И вон, конечно же, я. Мы с ней так офигенно погуляли, так посмеялись, так похохотали. Прям, я не знаю, вот просто прям вот шикарно. Ей тоже очень понравилось. Она мне вон там пишет. Вот, и листочки здесь тоже. Пособирала цветочки, пособирала, листочки пособирала. У нас все. Положить, засушить. Хочу еще в магазин сходить сейчас, но что-то у меня вообще сил нет. Так, вещи я тебе отдала. По поводу вещей. А, кофточка там платится, обувка у меня нашлась и браслетики я отдала. Девушка взамен принесла борщ, картошечка. Она работает в одном таком хорошем месте. Котлетки. Так, борщ и там какой-то вот салатик. Это я борщ уже налила. Сейчас буду пробовать, мне кажется, очень вкусно. Она сказала, что он очень безумно просто вкусный. Вот, она работает в одном месте, да, и там... Она попросила просто не рассказывать. И там это все дают домой. Кстати, принесла в такой, смотрите, бутылки прикольные. Такая с этой... Как, знаете, как бидончик какой-то, чтобы ходить в нем в магазин. Здесь, а, здесь 8 литров. 2 литра почти. Вот. То есть вот сок, вот в нем был полезный сок. То есть сок в таких продается. Или раньше, может, продавался. Достал себе сметаночку и буду кушать по бартеру.